Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, брифингке қатысушылар. Бүгінгі мен есімім Алмагүл Жакеева, бүгінгі брифингті жүргіземін. Бүгінгі брифингтің тақырыбы 2023 жылдың бірінші жарты жылындағы Кигок акционерлік қоғамының қызметінің қорытындылары және Кигок акционерлік қоғамының СПО жобасы туралы. Доброе утро, коллеги. Меня зовут Алмагүл Жакеева. Я буду модерировать сегодняшний брифинг. Тема сегодняшнего брифинга – итоги деятельности акционерного общества АО Кигок за первое полугодие 2023 года и СПО АО Кигок. Бүгінгі бизнес-спикерлеріміз таныстырып өтейін. Айтжанов Наби Еркінұлы, Кигок акционерлік қоғамының басқарма төрағасы. Сәтжан Салтанат Ерболқызы, Самұрық-қазына акционерлік қоғамының даму және жекешелендіру жөніндегі басқарушы директор. Әкімбаева Айгүл Ермекбайқызы, Кигок акционерлік қоғамының қаржы және есеп жөніндегі басқарушы директоры. Бүгін спикерлер Кигок компанияның 2023 жылдың бірінші жарты жылдығындағы қорытындылары туралы айтып кетеді және Кигок акционерлік қоғамының акцияларды қайталама орналастыру туралы айтып кетеді. Сегодняшний брифинг у нас пройдет в гибридном формате, онлайн и офлайн. Онлайн у нас подключены наши коллеги на платформе Zoom. Коллеги, которые подключились онлайн, вы можете задать свои вопросы в чате Zoom. Ал қазіргі сөз кезегін Самұрық-қазына акционерлік қоғамының даму және жекешелендіру жөніндегі басқарушы директоры Сәтжан Салтанат Ерболқызына беріледі. Рахмет, Алмагүл. Құрметті бұқаралық ақпарат өкілдері, құрметті әріптестер, брифингке қатысушылар, уақытыңызды бөліп, бүгін брифингке келіп отырғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Негізінен бүгінгі брифинг Қазақстан экономикасындағы маңызды оқиғалардың біріне арналған деп сенемін. Өздеріңіз білетіндей, жекешелендірудің кешенді жоспары бар. Сол жоспарға сәйкес біздің портфельді компаниямыз Кигок, Кигоктың акцияларын нарықта қосымша орналастыру 2023-2024 жылдарға көзделген болатын. Дегенмен, бақытымызға орай, кеше компанияның акционерлік жиналысында Кигокты СПО-ға шығару туралы шешім қабылданды. Негізінен, Самұрық-қазына компанияларды, ірі компаниялардың бәсекелес ортаға шығару, сонымен қатарда IPO дейміз, ол бастапқы биржаға акцияларды шығару, SPO дейміз, акцияларды қосымша биржаға шығару. Осылардың барлығы Самұрық-қазына қорының экономикадағы үлесін төмендету жөніндегі басты қадамдарын бір болып есептелінеді. Мәселен, 2014 жылда өткен Кигоктың халықтық IPO-сы да осы мақсатқа жету жолындағы сәтті қадамдардың бірі болған. Мы очень надеемся, что проводимая SPO компании Кигок также продолжит этот хороший тренд. Разрешите начать, да, с презентации. Как вы знаете, компания Кигок на самом деле занимает очень важную, значимую роль в нашем портфеле активов Самұрық-қазына. Кигок – это национальная компания, выполняющая функции единого системного оператора, единой электроэнергетической сети нашей всей страны. Компания владеет и управляет всеми магистральными сетями Казахстана. С момента проведения народного IPO акции Кигок демонстрируют очень стабильную доходность. Компания выплатила дивиденды на сумму 218 миллиардов тенге. Если тогда акция стоила 505 тенге, то сейчас стоимость акции выросла практически три раза, да? Вчера на дату закрытия цена акции Кигок составляла 1590 тенге. Я бы отдельно хотела отметить, что Кигок – это финансово стабильная компания, у нее достаточно хорошие рейтинги от всех международных агентств кредитных.
Также в августе компании был присвоен ESG-рейтинг от глобального агентства S&P Global. 51 балл, был присвоен приз в страновом рейтинге в 71 баллов. Также разрешите остановиться о некоторых факторах инвестиционной привлекательности Кигок. Последние два месяца фонд и Кигок мы информировали и сообщество инвестиционное, и общественность о всех тех регуляторных изменениях, которые произошли. То есть с 1 июля был введен единый закупщик, были повышены тарифы Кигок, да, до 2026 года. Все эти изменения позитивно сказались и сказываются на результатах деятельности компании. И как вы видите, если посмотреть по результатам 6 месяцев, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значит, по сравнению с 6 месяцами 2022 года, и выручка Кигок выросла на 11% за этот же период, и чистая прибыль выросла на 64%, маржинальность составила 20%, и по итогам 2023 года Кигок ожидает чистую прибыль в размере 31,5 миллиардов тенге, что на 18% выше результатов 2022 года. И обязательно хотела бы отметить, что ведущие аналитики инвестиционных банков Казахстана опубликовали обновленные рекомендации по стоимости акций Кигок. Например, если в апреле они говорили, акции Кигок – фундаментальная стоимость, это та стоимость, которую они ожидают в течение 12 месяцев, то тогда она была 1433 тенге за акцию, и рекомендация была либо держать бумагу, либо продавать. То есть сейчас, после всех этих регуляторных изменений, сравнительно недавно, ведущие аналитики инвестиционных банков обновили свои прогнозы на целевая цена на 12 месяцев увеличилась по Кигоку и сейчас составляет 1853 тенге. То есть мы видим тоже в этом очень хороший тренд. Поэтому қазір енді мен сөз кезегін Кигок компаниясының басқарма төрағасы Айжанов Наби Еркіноваға беруге рұқсат етіңіз. Наби Еркінова, сөз кезегі сізге. Саламатсыздар ма, рахмет. Құрметті брифингке қатысушылар. Сіздерді қарсы алуға қуаныштымыз. В этом году Кигок отмечает свое 26-летие. Уже с момента образования 1997 года Кигок является одним из ключевых электроэнергетических активов государства. На момент создания Кигок на балансе компании были переданы воздушные линии электропередач напряжением 220 и 1150 кВт протяженностью 22 тысячи километров сетей, то сегодня уже протяженность линии составляет порядка 27 тысяч километров сетей. Из предварительных изначально было 74 подстанции, электрических крупных подстанций. Сегодня компания выросла до 82 крупных электрических подстанций с установленной мощностью более 30 гигаватт-ампер мощностью. Статус Кигок, учитывая статус Кигок как системного оператора единой электроэнергетической системы, миссия компании заключается в обеспечении надежности, доступности и опережающем развитии энергосистемы всего Казахстана. Стратегия компании направлена у нас на обеспечение функционирования всей единой энергетической системы Казахстана в условиях энергоперехода и обеспечение устойчивого развития в соответствии с принципами ESG, а также на, соответственно, увеличение стоимости чистых активов. Компания у нас оказывает несколько услуг. Основная услуга – это передача электрической энергии, техническая диспетчеризация, организация балансирования производства потребления электрической энергии. С 1 июля мы также уже начали оказывать услуги по пользованию национальной электрической сетью. Появление этой услуги, оно связано с введением единого закупщика, который у нас ввелся с 1 июля. И, соответственно, компания Кигок как бы является как бы одним из основных участников данной как бы единой, вот этой вот единой системы. На сегодня по сетям национальной электрической сети передается порядка 50% всей электрической энергии нашей страны. У нас Кигок сегодня это 9 филиалов межсистемных электрических сетей.
И у нас в КИГОК входит еще как бы национальный диспетчерский центр системного оператора. То есть мы являемся системным оператором Республики Казахстан. В компании у нас работает 4376 сотрудников, и из них более 90% является производственным персоналом в компании. Учитывая значимость, я хотел бы немного остановиться на инвестиционной деятельности компании. На сегодня мы реализуем три крупных инвестиционных проекта. Первый проект – это у нас реконструкция воздушных линий 220-500 кВт трех филиалов КИГОК. Это в трех МЭСах. Это Актюбинский МЭС, Западный МЭС и Сарыбайский МЭС. Данная программа у нас направлена на надежность работы посредством реконструкции существующих линий, достигших нормативного срока службы. Проект у нас будет этот завершен до конца этого года. Следующий немаловажный проект – это усиление электрической сети западной зоны, строительство электросетевых объектов. Данный проект позволит повысить надежность электроснабжения потребителей западной зоны Казахстана, усилить связь электрических сетей 220 кВт между западными областями и повысить пропускную способность сети от Уральского энергоузла до Мангыстауского энергоузла. Проект у нас предусматривает строительство линии 220 кВт протяжением порядка 800 км и строительство новой распределительной крупной подстанции «Карабатан», а также расширение и реконструкция 5 существующих подстанций 220 кВт. Также этот проект у нас, мы планируем завершить его до конца текущего года. Следующий проект – это усиление южной зоны ЕС Казахстана. Данный проект у нас предусматривает строительство новых двух линий 500 кВт Шу-Жамбыл-Шымкент и реконструкция трех подстанций Шу-Жамбыл-Шымкент. Проект начинается вот в этом году, и он у нас планируется до его завершение планируется до 2027 года. Средства, кстати, вот средства от СПО, которые мы планируем, мы будем направлять на реализацию в том числе данного проекта. Вот Салтанат Рибовна уже сказал про некоторые финансовые результаты компании. Я хотел бы добавить детали. В 2023 году ожидаемый уровень чистой прибыли компании составит 31 миллиард 500 миллионов тенге. Это планируемый наш чистый доход, который будет по плану у нас идет выше на 18% по сравнению с 2022 годом. Ожидание у нас, ожидаемый рост он обусловлен прежде всего вводом новой модели единого закупщика и балансирующего рынка в режиме реального времени с 1 июля, как вот я как говорил до этого. Новшества способствовали введению новой услуги по пользованию национальной электрической сети, в результате чего мы ожидаем значительное увеличение объема оказанных услуг и проведение успешной заявочной кампании утверждению тарифа с 1 июля 2023 года, которая тоже как бы очень хорошо, положительно повлияла на финансовое состояние нашей компании. Также вчера на очередном общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов. За первое полугодие 2023 года мы сейчас вот выплачиваем 22 миллиарда тенге за полугодие 2023 года. Перейдем к основным параметрам сделки. СПО. В рамках СПО компания предлагает до 15 294 118 простых акций. Листинг будет проходить на площадке КСЭ и ожидается, что на площадке АИКС в первой декаде ноября. И цена, которую мы планируем, составляет 1482 тенге за одну простую акцию. Текущие акционеры, владеющие 17 и более акциями КИГОК, смогут воспользоваться правом преимущественной покупки в течение 30 дней после публикации объявления КИГОК с 28 сентября по 27 октября включительно. Текущие акционеры смогут подать заявки через брокеров или обратиться напрямую в адрес КИГОК. Сбор от новых инвесторов продлится у нас с 16 октября по 2 ноября включительно. Заявки на СПО могут продаваться через брокеров, через приложения банков, через Табыс и также по отделениям Казпочты.
Ну, в целом я вот приглашаю всех принять участие в SPO Кигока, потому что мы считаем, что наши акции, они самые надежные, и в целом мы вот предлагаем вам стать акционерами ведущей нашей энергетической компании, поэтому приглашаем всех участвовать на SPO. Бүгінгі брифингіміз аяқтаймыз. Сіздерге көп рахмет, назар салып тыңдағандарыңызға, белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет. Мен айта кетейін, бұл брифингтен кейін бүкіл редакцияларға бүгінгі брифингтің материалдары таратылады. Рахмет.